Нет, остальные будут сторожить лагерь. Делайте обход каждые полчаса, докладывайте лично мне. Мы готовимся к приему гостей из биотехники? Или к четвертой корпоративной? Стилеты могут напасть в любую минуту. Мне кажется, ты немного преувеличиваешь. Я больше не хочу сюрпризов. Мы готовы к нападению. Так лучше. Ви, привет. Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила Ви, чтобы он тут перед тобой покрутился. Думаешь, я... Ты серьезно думаешь, что по нам можно что-то запретить? Поверь, не выйдет. Она все равно сделает по-своему. Нет, не сделает. Если хочет остаться в семье. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Шанс загубить все, ради чего мы приехали? Вау, как много изменилось, пока меня не было. Нет, у нас ничего не изменилось. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу? Я думал, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца и доказать, что Альдекальда держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали, блядь. Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Мелитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть к какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Сола. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись, Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. Я думал, вы с Солом уже закопали ружье войны. Я тоже, но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить. Вот именно. Ты же сама спасла ему жизнь. А теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться. Так что мы вернулись к тому, с чего начали. А почему, кстати, Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что Мелитех нас раздавит, если мы их обнесем. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить, как с биотехникой. Просто пиздец. Ага, а вы бы наоборот хотели... Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего. К перевозкам. То есть к контрабанде. Я так и сказал. Помнишь, Панам, мы договорились, что я пну тебя под жопу, если ты опять захочешь ввязаться в какую-нибудь хрень. Ага, и это было перед тем, как мы поехали к стилетам. У тебя был шанс, но ты его упустил. Нашла с чем сравнивать. В тот раз мы спасали члена твоей семьи. А теперь ты хочешь его обдурить. Если тебя это не устраивает, можешь валить отсюда. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только 4 ветерана, и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке. Снова пытались убедить Сола, и ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все.
Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Допустим, у панам свои счеты с Солом. Ну а вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратов. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Зол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Все как-то подозрительно хорошо складывается. Именно та техника, которую вы хотели, едет к вам на блюдечке с голубой каемочкой. Ага. Сол тоже сказал, что это пахнет подставой. Откуда, говоришь, у вас инфа об этом конвое? Кэрол взломала канал связи Мелитеха. Все, доволен? Ладно, я с вами. А, окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто, поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Вспотели ручки-то? Да иди ты! Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметит? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашивал. Поехали. В лагере точно не заметит, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как пить дать. А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил часовых по всему лагерю. А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения какой-то новой жизни, свободы. Но его всегда отравляло чувство пустоты. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Мне тоже было тяжело уйти из семьи. С другой стороны, я редко оставался один. У тебя кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы точно тебе понравился. Джеки, я запомню. Мы на месте. Вот это махина. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Вокруг города так много заброшенных станций. Это принадлежало корпорации, которая занималась цементом. У них тут был перевалочный пункт. Они что, бросили локомотив, когда ушли? Он стоит здесь уже минимум лет 40. Со времен черного заслона. Тогда всем пришлось вернуться к старым технологиям. Локомотив работал на жидком уране, как подлодки. Тем более странно, что его бросили. Корпораты наверняка вписали его в графу оптимизации расходов. Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Вы ж понимаете, если мы облажаемся, крайний будет по нам. А мы типа прикинемся ветушью, что ли? Думаешь, Сол нас не тронет, а по нам получит оптом за все? Ты посмотри на этого пацана, Тед.
Ему кажется, что он заботится о Панам больше, чем ее семья. Почему вы ее не поддержали, когда она ушла из клана? Потому что в тот раз она вела себя как дура. Вам кажется, за это время она поумнела? Да. Она ушла, научилась чему-то новому. Пожила одна. А потом сумела вернуться. Таких людей в семье ценят гораздо больше тех, кто сидит на жопе ровно и делает, что говорят. Кого я вижу? Ты пришел помочь, я угадала? Первый раз вижу такую старую технику. Как ты справляешься? Откуда узнала, как с ней работать? Из книг. Ты еще не видел, что внутри сигнальной вышки. Они там использовали перфокарты. Представляешь? Что за перфокарты? Старые носители данных. Сеть обрушилась, пришлось вспомнить методы 20 века. Как они вообще выглядят? Обычные картонные карты с колонками дырок, которые служат кодом. И каждая дырка — это единица информации. Вообще, мне интереснее говорить не про перфокарты, а про, ну... Дай угадаю. Ты не понимаешь, зачем тебя позвали, правильно? Панам попросила, я приехал. Угу. Она вернулась в семью, перетянула на свою сторону Митча и еще кучу народа. И все равно позвала тебя. Интересно, почему? Сол будет беситься, даже если все получится. Уже представляю его лицо. Помню, когда мы впервые встретились, ты страшно боялся впасть в немилость к Солу. Не настолько, чтобы бросить Панам на произвол судьбы. Да, но теперь-то ты бунтуешь в открытую. Что-то изменилось? Ага. Я понял, что Панам права. Как у вас тут дела? Потрясающе, как же еще? Все подключено, ничего не работает. Работает, только нестабильно. Ви, можешь просканить? А то мне не очень улыбается разбирать все это на части. Конденсатор поврежден. Третий справа. Хм. И правда. Подожди чуток, надо его заменить. Ага, проверим еще раз. Ха, работает. Спасибо, Ви. Тебе помочь? Конечно, но на твоем месте я бы сначала поискала другие варианты. Ого, вот эта скорость. Топаем по лестнице. Свет есть. Значит, Митч и Боб подключились. Не без моей скромной помощи. Я всегда любила поезда. И станции, где соединяется много путей. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... свободу. Будто можешь начать 1000 путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Нам надо найти перфокарты. Что это? Такие картонные карты с дырками. Я помогу тебе искать. Окей, спасибо. Здесь нет.
Мне кажется, она должна быть здесь. Вещи внимательнее, окей? Здесь нет. Так. Кажется, нашел. Ага, отлично. Кэрол, мы нашли карту. Что дальше? Вставьте ее в ридер. Ну чего там, Ви, вставляй уже карту. Ну, попробуем. Который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. Ты здесь счастливее, чем в городе. Прямо светишься. Серьезно? Я сейчас рискую развалить семью, получить пиздюлей от Соло, вылететь из клана, и ты говоришь, что я выгляжу счастливой. Да. Потому что ты делаешь так, как считаешь лучше для Альдекальда. Даже когда тебе тяжело, и ты ссышься от страха. О, боже, я думала, никто не замечает. А что такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Прости, это как-то грубо прозвучало. В общем, Ви, я... Прости, пожалуйста. Я не умею говорить про чувства и вот это все. Но мне не хотелось бы облажаться. Пока у тебя получается. Это потому, что я еще даже не начала. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честная. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог. И я боюсь сказать или сделать что-то глупое. И остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Давайте еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Из-за Соло волнуешься? Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышла против Соло. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать.
А я знаю этого человека? Знала, Скорпион. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей, куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Вы все мало говорите о войне. А что тут говорить? Запихивали тебя в панцирь в Центральной Мексике и марш вперед, рядовой. Неделями говоришь сам с собой или с бортовым эскином. Йодит хлещешь как воду, потому что снаружи счетчик Гейгера зашкаливает. Угу. Как вспомню, что мы сидели в этих раскаленных гробах. У меня жопа сыпью покрывается. И несмотря на это, вам не терпится покататься на Василиске? Это другое. Совсем другое. Поймешь, когда в него сядешь. Давайте-ка выпьем за Скорпиона. За Скорпиона. И за Джеки. Сол был прав насчет змеиного народа. Нужно оставаться независимыми, иначе вы разделите судьбу. Судьбу Бакеров? Мы и сами прекрасно справимся. Нужно только парочку хороших заказов. Чтобы люди снова заговорили про Альдекальдо. Поэтому мы сегодня и здесь. Скорпион бы гордился. Я попробую немного поспать. Давай, наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Как-то вдруг прохладно стало. Неправда. Но это мило. Может, тоже немного поспишь? Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка мигает. Да. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Давай, разгони его! Они едут быстрее, чем мы думали. Не уверена, что нам хватит скорости. Отцепим один вагон, быстрее пойдет. Винни, тупи, расхерачивай сцепку! Я их вижу!
Режем их и окружайте! Блять, здесь заело, что ли? Ну что, парни, забирайте грузовики. Пора здесь... Довели задницы, Тедди. Еще немного и завалим. На куски попал! Соберитесь, не зевай! Стреляй! Стреляй! Попались! Позиция опустела! Займите! Огонь! Огонь, мать твою! Мич, Боб, вперед! Все идет по плану. Ладно. Будьте осторожны, поезд отправляется. Окей, погнали! Ну, понеслась. Черт, сработало! Само собой, я же еще тогда говорила. Ну, как оно там, Ви? Весело было? Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тедди. Так, я потеряла канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают и сменили коды. Ха, как раз вовремя, на мой вкус. Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Блять, по нам! Ну, понеслась. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Милитеха. Черт, по нам! Они видны за много миль! Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стилеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Милитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Мич, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно, а что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя легкие. Ты сама в шоке? Кажется, последний раз я так делала, когда мне было 10. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Мне кажется, семья на твоей стороне. Ага. И почему тебе так кажется? Я слышала только тишину. Они чуть ли не облизывались на этот Василиск. Кочевники, значит, панциры. Панциры, значит, кочевники. Они за тебя. Ну, посмотрим. Все хорошо? Да-да. Хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви... Конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. А? В чем дело? Смотрю, покупателей у вас немного, да? Да, но выручают постоянные клиенты. Это как? Покупают по стволу в неделю?
чинить приносит. Песок же кругом. Забивается повсюду, в каждую щелочку. Время от времени все надо разбирать и продувать. Иначе рано или поздно пожалеешь, что этого не сделал. Покажи, что ты продаешь. Смотри, сколько душе угодно. Что порекомендуешь из имплантов? Ну, ты же знаешь, киберимпланты — это как туфли. Смотря кто покупает. Netrunner возьмет одно, Solo — другое. Но если думаешь задержаться в пустошах, есть смысл вложиться в маскировку. Голокожа, активный камуфляж — вот это все. По сравнению с городом, здешние места выглядят пустынно, но это не значит, что тут безопаснее. Мой тебе совет — не шуми и не привлекай внимания. А то оглянуться не успеешь, как попадешь в передрягу. Знаю. Я вырос у Баккеров. Ну, тогда тебя учить не надо. Мне нужен имплант. Прямо к делу. Мне это нравится.